Вы на канале Ярослава Фролова. И сегодня у нас новости, зарисовка по нашему хозяйству. Не так давно у меня попросили отснять видео «Один день из жизни фермера». Но так как целый день с камерой ходить, это просто нереально, вот абсолютно. Я вот буквально 10-15 минут решил записать момент, один просто момент из нашей жизни. Это не самый сложный момент. Это не только когда я кормлю, там, или мы убираем навоз у скотины, или убираемся у собак в вольерах, или еще что-то, гуляем с собакой. Вот. Это просто вот махонький момент, как мы заводим наших козочек и коровку с выгула домой. Надеюсь, будет интересно. Оставайтесь с нами. Вот. Снимаю, к сожалению, с рук, потому что селфи-палку я сломал. О, так у нас пасется молодежь. Ну и док тут немножко пасется. Это наш бычок подрастающий. Да, как вы помните, у нас коровка отелилась. У нас теперь есть вот такой бычок. Да. Почему-то с этим бычком очень решила подружиться наша Яра. Немецкий дог. Наша девочка, ей через месяц исполняется 5 лет. О, и как раз они по ходу дела идут. А мы к ним идем в гости, посмотреть, как они там пасутся, чешутся и все остальное. Это закрывай, закрывай. О, у нас тут охранница есть. Зовут Геркой. Да, Герка? Привет. Тебя мама расчесала, босенька. Да наша тибетский мастиф девочка Герка. Надо. Козы уже все, видать, устали пастись, чем то, что стоят уже в тенечке. Это наша, как вы помните, опять-таки, девятка. Вот, девятка уже становится нормальной коровой. Ее просто привязываем, и она пасется. Да, девятка? Привет, моя хорошая, привет. Дай вот так вот засалфимся. Ну, только со мной засалфись, а не там не языком, пудыщ-будыщ, да? Ой, ты моя лапа. Пойдем? Сейчас я тебя отвяжу, сейчас, подожди, отвяжу. Сейчас. Ой, закрутил. О, все, пойдем. Пошли, девятка. А что, ты их не загоняешь, ты? Водичку вам несет. Причем самое интересное, козы, они терпят, чтобы им на выгул приносили, когда они пасутся, воду. А коровам, говорят, это надо обязательно. Но ты же не слоненок, чтобы хоботом-то воду закидывать себе на спину. Конечно. Все, домой пойдем. Пойдем отдыхать. Так. Герка там, это, того не этого. Стой. Так вот. Ну подожди ты. Ну я держу, отпусти Герку. Воду отдай ей, что ты бегаешь с водой? Так, так, правильно. О, девятка ты, девятка. Ну пойдем, пойдем, сюда, 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 девятка, сюда, сюда. Сюда, открой нам, мама, дверку. Ой, ё-моё. Иди. А Герка, ты не привязана, что ли? Герка не привязана? Ну, вот она уже знает, куда идти. А? Яра, не лезь. Яра, нельзя, ушла. Девятка, иди сюда. Давай, иди сюда. Девятка. Так, кстати, дай-ка я тебе вот это сначала развяжу. Ага, скажи, блин, тебя перевязывали, да? Тебя кто-то перевязывал. Сейчас развяжу. Ай. Все, 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 веревку развяжем. Все, пойдем. Заходи. Заходи.
Все, пошли. Все, иди к себе на место. Нет, нет, комбикорм не есть. Это все потом, в обед. Иди, вставай. Ой-ой-ой-ой. Я за тебя быстренько привяжу. Погоди. Из ведра тебе не пилось. Сейчас тебе дам сена. Да, да, моя хорошая, да, дам сена. Все, девятка, развлекайся. Вот, мы уже, я думаю, привыкли с девяткой друг к дружке. У нас уже все нормально. Да, моя лапка, ты моя хорошая. Так, это сено. Ой, это хорошее сено, надо козам отдать. Вот. Так, мы стоим. Такое у нас стоило. Так, пойдем искать, что там. Так, тебе сено надо принести, попозже принесу. И прибраться надо у тебя. Чего, заходите, козы, идите, козятки. Идите, заходите, или вы еще гуляете. Ладно, пусть гуляет. Яра, брысь. Так. А что они там остались-то? Коровку мы завели. Теперь нам надо смотреть, чем они там, что они там делают. О, мы видим Герку. Герка, где у тебя мамка? Привет, Герка. А, вон и мамка у нас тут. Ну что ты, а ты коз не загоняешь ты? А ты мелочь не загони, я их тогда почувствую. Мелочь, пойдем домой. Козы домой, козы, козы домой. Пойдем. Мелкие они еще непослушные. Они еще не до конца знают, как выходить и заходить. Заходи, козы домой. Заходи, козы домой, козы. Так, сейчас воду вам поменяю. Козы. Козы домой, козы. Козы. Ты где у меня там? Козя. Ой, запуталась козя, козя. Пошли. Все, заходи. Ну, немножко получилось, так придушил. Сейчас водичку поменяю. Сейчас. Остальные козы придут сейчас. О, Герка пошла к себе. Вулкан нельзя! Вольер! Вулкан! Не надо. Пусть все отвалили. Козы домой! Пойдем! Заходите, заходите. Козы! Домой! Пойдем, пойдем, мои хорошие. Козы, пойдем домой. Козы! Домой! Где у нас дом? Туда. Кто-то туда, кто-то сюда. Одно не хватает. А, нет, все, 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 козы, домой, Кларка, вот куда пошла, домой пойдем, Клар, туда, тот сарай у нас идет, кто, правильно, другая, не ты, о, подрались, заходи домой, домой, так, двое тут, где еще, так, у нас, стрелки не хватает. Стрелка, ты где у меня? Кто там подрался? Стрелка, пойдем домой. И сюда иди. А, стрелка к сыночку пошла. Козел, который президент. Это ее сыночек. Да? Ты моя лапа. Пойдем. Нет, нет, нет. Пойдем домой. Домой. Ой, ой. Опа, заходи. Заходи, заходи.
Все, молодцы. Бычок, домой пойдешь? Тебя мама пусть отводит. Тебя мама отведет. Домой. Ай, молодцы, вода есть? Вода есть, все нормально. Эти пока у нас тут сидят, еще 2 недели. Потом рассажу молодую в молоднятник, большую в козлятник. Так, это корове. Все наберу. Ой, неудобно, как одной рукой снимать. Ты бычка убери. Козла. Зарисовка. Мама и козел. Не мама. Моя жена и козел. О. И главное, рядом не я. Козел он, какой он козлик, уже воняет. А ты издеваешься, бородатый станет козел. Так, сейчас камера будет прыгать, сейчас очень. Опа! Так. Кушай. Все, развлекайся. Ну что, бычок, пойдем, все, идем. Да никто не тянет, его надо аккуратненько, как щеночка, да? Вот, молодец, хорошо. Пойдем домой мы. Ой, ты мы знаем даже куда уже, молодец. Пойдем. Идем. Так, сейчас, ну, стой, не так вот. Вот так, вот. Стой. Это все, вот эту дверку открыть надо, погоди, назад. Упал. Он еще маленький, 5-й день, все. Убери Яру. Давай. Заходи к себе, туда. Вот, молодец, хорошо. У тебя что, тепло, хорошо. Мягонькая подстилочка. Что-то, мам, тебя тут... А, ты затягивающуюся петлю сделала, чтобы он повесился? Правильно. Нет, он не затягивающий. Все, молочко потом получишь. Пока-пока. Котенок где? Не знаю, где-то. Так, это закрыть. Все. Просто у нас из сарая в сарай. Здесь вот такая дверка, которая преграждает путь кому-нибудь, если что. Кто там у нас? А, котятка, ее не видно. Там у нас есть котятка местная. Сарайская. Она живет в сарае. Она родилась тут прям весной, зимой и живет тут же. Правда, домой ходить умеет. Мама кошка ее приносила домой. Так, ну все. Вот так вот, вот такой маленький кусочек из нашей жизни мы вам показали. Буквально малюсенький. Нравится видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на нас. Удачи!